Наверное, 3 дня лучше. И людям проще, и удобно. И вот как вы считаете, вот когда выездные были пункты голосования, это вот удобно было? Или все-таки лучше вот как один стационарный пункт? Нет, выездные это лучше, намного проще. Есть же такие у нас отдаленные места, где народ не может приехать в город. Вот. Есть люди пожилого возраста, ветераны есть, пенсионеры. Я считаю, что передвижные пункты голосования это намного проще и удобно для людей. Надо делать все удобно, чтобы для людей выгодно было. Мне, в принципе, без разницы. Да. Пришел, проголосовал, ушел, все. А вот с мобильными пунктами голосовать? Я на них не попадал, я на стационарном голосовал, поэтому тоже не могу сказать. Ну, конечно, в один. И с наблюдателями. А как еще по-другому? Ну, мне главное, чтобы наблюдатели были, чтобы это было все прозрачно. По госуслугам вообще отлично было бы. Никуда не ходить дома, поставила галочку и все. За один никто не проголосует, то некогда кому-то, то. А 3 дня придут все. На 3 дня, потому что у всех, у каждого свои планы есть на это. Через госуслуги, вот как считаете, удобнее голосовать? Через госуслуги, я думаю, будет удобнее. А когда в один день тот человек сегодня подумал и это сделал, проголосовал за следующего депутата? Ну, конечно, онлайн. Конечно. Но это не надо никуда ходить, тратить время свое. Не пришел, проголосовал, отдал свой долг родине и пошел. Я считаю так. А вот на прошлые выборы, вот, которые были летом, были вот выездные пункты. Как вы считаете, вот лучше вот с выездными пунктами проводить или все-таки вот с одним стационарным пунктом, как было раньше? Не, ну, в принципе, они удобные, выездные пункты. Там тот, кто не может именно в тот день, в день выборов, то удобно, что предварительно там проголосовать, естественно. Разумеется, 3 дня. И выездные пункты, вы имеете в виду точки по всему городу, чтобы стояли? Да, да, да. Ну, да, разумеется, так будет удобнее. 3 дня. Почему? Ну, потому что мало ли, в тот единственный день я буду занята, и не смогу принять участие, а так смогу. Если народ не жалуется, значит, нормально все, и так можно сходить. А вот если через госуслуги будет? Госуслуги, они и так загружены. Такси. Ну, поэтому лучше пешочком прогуляться. Погода хорошая, весна. Спасибо. Почему бы и нет?